Мы, когда сегодня с Юлей пришли на это мероприятие, увидели, как вы разогреваетесь, репетируете, вы просто покорили нас своей пластикой, танцем, но это нереально. Расскажите, что вы будете показывать сегодня зрителю? Сегодня будет у меня первый мой номер в стиле бурлеск а-ля Мулен Руж, поэтому это немного волнительно, музыка такая волнительная, немного драматургии в ней есть, такое как бы негативное, но со смыслом. Вот, поэтому я постараюсь сегодня передать все свои эмоции, переживания и донести это до зрителя светом, музыкой и своей хореографией, которую вы успели увидеть на разогреве. Надю, я знаю, что после своего выступа вы будете стрибати в бассейн. Вас будут вытягивать чоловіки, міцні, великі, здорові. Розкажіть, що це буде за продовження вашого шоу? Чому так? Чому ви будете пірнати у басейн? У такі сукні. Вода – це часть страсті чоловічої і земної. Все-таки це неотъємлема часть в житті чоловіка. А в цьому номері вода придає більше інтимності, більше елегантності, підчеркує красоту тіла, коли вода стікає по тілу, по волосам, по тому же макияжу, который, возможно, сегодня потечет. Вот. И бассейн, как же в Альмеке не воспользоваться бассейном? Вот. Поэтому... Я думаю, что будет трошки прохолодно. Уже прохладно, но внутри горячо. Я настроена, вот. И желаю всем хорошего настроения. Надя, по версии журнала американского The Most Beautiful Girls in the World, они створили украинскую версию «Найкрасивейших жінок», вы входите в цю п'ятидесятку. Что для вас взагалі значит жіноча краса? Для меня, я думаю, что самое главное, женская, мужская, неважно, чья красота, это то, что внутри человека. Естественно, оболочка, мы можем сейчас быть в таком макияже, мы можем снять макияж, но самое главное, что останется внутри. Но мне очень приятно, что люди меня увидели, заметили мои старания на протяжении многих лет. Я в спорте была 16 лет, я была с веселеем, я сейчас свою программу имею. Поэтому мне приятно, что они обратили внимание и ввели меня в этот список.